Короче, вышел я из дому, а тут такой дождик небольшой моросит, и как-то не очень приятно. Думал, что вообще по прогнозу передавали, что на выходные будет снег, никакого снега я тут не вижу, ливеняка по полной. Вот, иду сейчас я на остановку, еду на метро Постники, встречаюсь там с Вероникой и поедем куда-то. Потом посмотрим, ладно, до встречи, ребят. Приехал я, короче, на Позняки, а Верки тут нет, так как там сверху дождь, поэтому я решил просто лучше спуститься на саму станцию и буду для себя ждать. Вышли мы с Веркой, короче. Поднимаемся сейчас в город со станции Поштовая площадь. Короче, выходим на улицу. Мы еще не вышли. Точнее, поднимаемся. А люди, короче, выходят, спускаются и из себя снег оттушат. Я такой, типа, что за фигня? Я такой выхожу и смотрите. Хана. Вау. Вот заходили, снега не было. Обычно Верка не любит фоткаться и сниматься вообще. Что-то это сегодня какой-то день такой. Наверное, снег повлиял. Такие вот дела, ребята. Это просто жесть. Столько снега было только в прошлом году. Ну, точнее, в этом году, в феврале. Давно я снег не видел, реально. На самом деле, снег это красиво, да. Но он все испортил. Просто нет чехла на эту камеру, вот, на непроницаемую. Поэтому немножко не очень удобно ходить тут, да. Вот. Все, вот, прилипает. Ага. Он еще такой вялый, такой, понимаете? Не очень удобно снимать, когда уже просто зонтик достал, вот, и вот иду схожу зонтиком. Вот тут у нас Верочка стоит и снимает около 5 минут одних и тех же собак черных. 3,5, короче, говоря. Да, 2,5. Вот, короче, такие вот дела, ребята. Угу. Свой автограф. Ой, зонтик падает. Поставил свой автограф. ЗП. Жмем П, ай, ну и К. Косяк. Чё, Верка? Как жить? Верка такая злая на меня, не знаю почему вообще. Чё? Делай типа, что ты идёшь. Я типа делаю, что я иду. Иди? Я иду и не смотрю на Верку. Вот так вот, спускается. Там Верка, наверное, сзади. Вам её видно? Вот так вот видно, думаю. Короче, вот я пришёл к Крючковому вокзалу. Нормальное такое место. Что-то меня зовет уже женщина меня, зовет. Без женщин никак. Что? Что? Боже мой, не влазь, умоляю. Знаешь, что я снимаю? Да, я, конечно, знаю. А потом, знаешь, смотришь такой канал какой-то на ютубе. Оп, я. Оп, ты. Верка, оп, ты. У этого парня тоже есть селфи-палка. Конкурент. У меня телефон дал, но у меня крутая китайская GoPro-шка. Гироскопическая палочка, ребята. Вот я говорю, крутая камера, я вам ее рекомендую. Вот это Женя, видишь? Вот это Женя. А вот это мое несбывшееся творчество. Ребята, вот как можно снимать такой женщины? Как? Объясните мне, пожалуйста. Женя, не влазь. Там не влазь, туда не влазь. Нормально вообще? Пошел гулять, называется. Иду, постою здесь, там, где меня не ждут. Гуляем с Веркой. Я помогаю ей, она мне не помогает. Вот такая у нас вот взаимная работа. Хотя Верка очень странная женщина.
Ребята, заставили же меня это сделать. Буду стоять так, потому что, чтобы не капало на камеру. Сейчас я вас немножко выдвину, ребята, сейчас. Сейчас все будет, ребята. Бат-бат-бат. 5 сек, Верка, 5 сек. А, класс! Смел шапочку Верочки, как вам? Класс. Мокрая Верочка сохнет. Поезд! Поезд! Поезд едет. У меня есть классная шапка, а уж у меня ее нет. Если на махать, значит, ты видел. Я столкнулся с проблемой грязного объектива. Уже который раз я вытираю его. Они его. Тебе что рассказать? Да, расскажи. Не можешь мне так близко? Ну вот, вам рассказываю. Все. Свою жизнь. Холостяцкую. Поверочка. Носки вчера купил. Кого? Носки вчера. И все? Ваники. А шапку ты где купил? Какой прикольный чемоданчик с кутами. В хаосе. В хаосе? В хаосе. В таком же хаосе, как это? В таком. Две пары за 130 гривен. Скидка была. Понятно. Бордовый, как я люблю. Круто. Ну зачем ты прям в объект? А у тебя можно поставить видео прям на камеру? Нельзя. Вчера твои... Ай, нет. Смотри, что снимает. Что связь? Так все сломаешь и до конца жизни будешь платить. Да. Красивая. Красивая. Ты видел? Слушай. Кость. Ромчик. За нами сидит парочка. Покажи, Вероника. Вижу. Ты сыщик. А я тоже сначала думал, что это... Нет, просто что ты так же само у себя делаешь. Что, у нас тут раз, два, три. У нас тут четверо. Ну, да успокойся. Симметрия, что? Вышли мы из Гулливера. Я думал, что ближайшее метро это после Льва Толстого. Оказалось, не так. Вот метро. Идем. Куда идем? Метро.
Мимо, мимо! Мимо проходите! Оливье? Пачка Оливье. Уже все, иду я уже домой, нагулялся. Фух, прикольно погуляли, в принципе. Ну, правда, снег, конечно, с одной стороны испортил нам всю прогулочку, а с другой стороны прикольно получилось. Холодно, блин, собачий холод, честное слово. Ну что, ребята, если вам понравилось это видео, поставьте просто лайк, подпишитесь на канал, этот канал. Так что, всем удачи и всем пока.